Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот такой вот посылки. Это посылка с AliExpress. Здесь должны быть два клеевых пистолета. Буду аккуратненько открывать, потому что боюсь, чтобы они не порезали там ничего. Провода. Вот, фишка в чем? Ну, зачем я их покупал? У меня есть клеевый пистолет, маленький, небольшой. Я его покупал, по-моему, за 30 или 45 гривен еще в несколько лет назад. И это было тогда, ну, порядка там $3 у нас. Вот, маленький, обычный, но там кнопка, он работает у меня, я им пользуюсь, то есть в домашнем хозяйстве что-то подклеить, ну, всегда им получается, да, там он на 7-миллиметровую фотографию добавлю его, но у меня он, допустим, не вытягивает, то есть клей не проталкивает, и мне нужно либо вот эту вот петлю, которая проталкивает клей, да, то есть, не знаю, как ее называют, из курка, которая проталкивает должна клей, она не проталкивает, и мне ее нужно либо натягивать, либо просто пальцем толкать клей, и он будет вытекать с другой, ну, с дула или как там, сопла. Ага, это один клеевой пистолет. Еще идет один на, это получается на, для 7-миллиметровых стержней, а еще идет для 11-миллиметровых. Ну, так вот, я закончу историю. Сейчас я вам покажу лайтбокс, который у меня есть. Я этот лайтбокс хочу переделать. Видел видео, есть самодельные лайтбоксы, делают из картона. Я хочу попробовать сделать из картона, но там они делаются с клеем. Мой же лайтбокс, он сделан скобами, потому что он сделан не из картона, а из пластика. Такого просто клей бы, наверное, не держал, и поэтому он сделал прикол от скобами. Вот такой вот самодельный лайтбокс, сделан из пластиковых таких досок. Здесь у меня вот крутилка, боковые стенки, здесь у нас диоды и закрыты пленкой, которая используется в духовках, когда там пищу делают, подстеливается, то есть для рассеивания света. Ну а сверху закреплен вот на, по-моему, 12 вольт, и который эту всю систему включается, то есть втыкаю в розетку, я его вот так вот, здесь две дырки сделал, вставляется он, здесь вот накручивается, и такой вот у меня лайтбоксик самодельный, с диодный, и хочу его переделать. Если все получится, и процесс создания этого лайтбокса из картона, как я его буду делать, получится у меня или нет, там с первого раза получится или нет, я постараюсь запечатлеть, записать на видео, выделить для этого время, но давайте пока посмотрим на пистолет. Такая резиновая штука, у меня такой нету на моем пистолете, это чтобы не обжечь. Кстати, я много раз обжигался об эту штуку. Вот, пистолет по размерам такой же, как и мой. Второй пистолет, по-моему, идет с регулятором, который на 11 миллиметров, идет с регулятором питания, да. Я покупал у одного продавца одной покупкой два пистолета. Почему выслали отдельными посылками, я не знаю. То есть одна уже пришла, а вторая еще нет. Давайте посмотрим. Вставляем. Легко вставляется клей. И легко вытягивается, ну, с таким щелчком. Во втором же, в том пистолете, который у меня есть, если я клей вставил, то его уже нереально достать оттуда. Вот, не пускает вот эта вот штука, которая... Вот, в комплекте идет вот такой вот пакетик с клеем. Получается, раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 здесь. То есть 20 штук, как и заказывал. И сам пистолет немножко, тут в некоторых частях какие-то есть темные пятнышки. Давайте посмотрим, как он будет работать. Воткнем его в сеть и над бумажечкой на этой же и проверим. Прошло буквально 3 минуты, я вот уже... И вот уже... Все нагрелось. И небольшая капелька остается. То есть здесь. Ну, давайте посмотрим. То есть я немного вот давайте вот так сделаем. Потекло. Жидкий-жидкий получается. То есть без регулировки. Но, видать, есть клапан, потому что он просто так не течет. Я. То есть защита есть. Давайте посмотрим еще. Вот. Все, и не течет.
А тот, который у меня, он без какой-либо защиты, и он течет постоянно. То есть кап, 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 и будет капать бесконечно. Сдержишь, не капает, все отлично. Отличный маленький пистолет. Вот здесь, правда, он нагрелся очень сильно. Но сильно его не поддержишь пальцами. То есть здесь как бы приложить пальцы можно, но припекает. Вчера я снял распаковку вот этого вот пистолета, и я говорил, что я покупал два, почему-то он пришел один. Я написал вчера продавцу, говорю, так и так, ты мне дал два одинаковых трека, а пришел только один пистолет, или у них разные треки. И он мне прислал, что разные треки, потому что отправлялись с разных складов. Вот так ответил, но треки не прислал. И сегодня я зашел на почту, мне вручили вот такую вот посылку, она с какими-то наклейками поверх других наклеек, то есть, видать, посылка где-то, наверное, потерялась или что-то с ней произошло, и ее добавили. То есть, но судя по всему, то есть на ощупь, это как раз клеевый пистолет с для стержней 11 миллиметров, который я заказывал второй у этого продавца. То есть на ощупь, ну как я как бы и угадал, поэтому я решил сразу дозаписать видео и два пистолета показать, потому что оба они покупались у одного продавца. Вот здесь отверточка такая маленькая выпала сразу. Вот, покупались они у одного продавца, продавец быстро отвечает, то есть я вчера написал, вот, 11-миллиметровый, здесь вот, сейчас выставлено на максимальной 220, я так понимаю, если крутилочкой, это отверточка специально, чтобы вот это вот крутить. Вот, положили, ну молодцы, то есть, в принципе, тут и ногтем можно покрутить, но они положили отверточку для этих целей. Вот, и смотрите, немножко эта кнопка с крутилкой, с одной стороны она торчит. То есть, с одной стороны она ниже, с другой стороны торчит. Ну, сделано вроде качественно. Снимается эта штучка, тоже снимается. Вот так выглядит спереди. Покупал я оба с этими резинками, потому что пару раз пришпаливал пальцы. Вот, и с резиночкой будет приятней пользоваться. Вот, и у моего старого короткий очень шнурочек. Тут получается, хоп, наверное, 1,20 м. Да, 1,20 м здесь. То есть этого вполне достаточно. Ну, давайте попробуем его. Вставляем клей в комплект идущий. Заходит он очень хорошо. Потому что в тот, в мой клей вставляется, ну, капец как тяжело, капец как тяжело. Ладно, давайте включим его. Загорела сразу лампочка. Поставили. Стоит он удобно, надежно, но если толкнуть немножко, он падает. За счет того, что если бы здесь был скос прямой, вот, не полукругом, как здесь идет, а прямой, он бы держался лучше. Ну, в принципе, если аккуратно поставить и не толкать его, то он стоит хорошо. А, ну вот, поклеил, поклеил, поставил. Да, все хорошо стоит, все нормально. Давайте сейчас... Ой, упала ножка. Вот ножка вот здесь спереди, она не фиксируется. То есть, знаете, у других она защелкивается в этих пазиках и поэтому стоит уверенно. Здесь она немножко, ну, не фиксируется, в общем, и ездит аж до самого верха. Вот так, да, правильно. Давайте возьмем инструкцию с Литокалу. Я ее только что доставал, чтобы распаковку батареек снять Литокалу. И инструкцию забыл вложить обратно. Давайте погреем. Прошло, наверное, несколько минут, минутки 2-3. И такое, ну, чувствуется тепло отсюда. Вот здесь он нагрелся, но не так сильно, как нагревался этот. То есть здесь можно свободно держать и никаких проблем, там дискомфорта не испытывать. Здесь же, если вот здесь взяться, у этого вот желтенького, у него было тепло. Вот, ну давайте попробуем. С таким щелчком он. Так, стрельнул. Отстрельнул.
Ну. И немножко капает. Да. Вот этот желтый, у него проблем никаких вот не было. То есть он, ты перестал, то есть отжал кнопку и все, и он перестал капать. Этот вот уже третья капля полезла. То есть третья выкопнула. Полезла четвертая. То есть он, у него нет вот этой защиты, которая, то есть продолжает капать. Да, полезла пятая капля. Ну, медленнее лезет, конечно, но она продолжает капать. Но растопило очень быстро, не знаю, там 2 минуты прошло, и он уже, мой предыдущий, надо было ждать минут 5, пока он растает. Вот, в любом случае, нужно купить теперь стержни для 11-го. Я для них, ну, как бы, для этого я сразу затарился стержнями, а этот купил один только. Вот, так, надо выключить. Вот, теперь затарюсь стержнями и можно приступать к самоделке лайтбокса. Вот, ну на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!